Митя, что ты поймал? Есть! Ой! Это письмо! Оно от Джейби! Отдай его мне! Ой. Приезжайте и спасите меня! На таинственный остров, но остерегайтесь жестоких... пиратов! Жуткого... морского дракона! И чернильного... моря! Вас ждет нечто невероятное, волшебное и... сочное! Это же гигантская груша! Тоже ее видите? У вас нет разрешения на владение фруктом такого размера! Может, вас угостить соком? Соком? Вы за все ответите сполна! Стоять! Это приказ! Но это даже не наша груша! Стой! Остановите эту грушу! По одноименной книге Якоба Мартина Стрида. Себастьян, это груша наш корабль. Мы поплывем на таинственный остров и спасем Джейби. Джейби, мы уже в пути. Вас ждет потрясающее приключение. Разрази меня гром. Затопить эту гигантскую грушу! Огонь! Невероятная история о гигантской груше.